К дому, где жил мастер, приехали около сотни людей, знавших Анатолия Андреевича лично. Здесь родственники, коллеги, студенты, друзья. Помимо многочисленных полотен, Анатолий Зуенко – автор герба Брянской области и эмблемы областной библиотеки. Работал и в комиссии по разработке официальных символов Брянска. Анатолий Андреевич – художник мирового значения. И огромный вклад в мировое искусство художника как графика. Это серьезные иллюстрации, плакаты. Об этом знают все. Как дизайнер он очень много сделал для Брянска, области, для нашей страны. Своим примером жизни учил любить жизнь, радоваться, а радость жизни заключается в творчестве. Мемориальная доска выполнена в виде расколотой палитры, как символа преждевременно оборванной жизни. Автор проекта Василий Иванович Скворцов очень точно заметил суть и сделал сильный графический ход. Проект определенно достоин Анатолия Андреевича Зуенко. Татьяна Жукова, Иван Зюрев. События, Брянск.